Свечи — это самая простая вещь, с помощью которой можно создать уют и атмосферу волшебства. Именно с их декора мы с вами и начнем. Для первой свечки нужен простой стеклянный стакан. У меня был вот такой, а еще в IKEA в разделе уцененных товаров можно найти стеклянные стаканы вообще очень дешево. Или же можно купить свечу уже в стеклянном стакане и декорировать ее. Нам понадобятся сухие нарезанные веточки и лента. Я могу вам предложить два способа приклеивания веточек. Для первого нужна резинка и клей. Я наношу клей около резинки и дальше вставляю туда веточку. Сначала делаем круг из более толстых веточек. Они со временем приклеятся, но у меня они таким способом держатся не очень хорошо. Но тут спасает ленточка, которой мы все обвязываем, и она все очень хорошо держит. Второй способ подойдет для тех, у кого есть клей-пистолет. После того, как закончили со слоем толстых веток, в пробелы между ними приклеиваем более тонкие веточки. А дальше обматываем красивой ленточкой и завязываем бантик. Чтобы он держал форму, я приклеиваю его петельки наверх к веточкам и обрезаю ленту. Для следующего подсвечника я беру вновь стеклянный стаканчик и веточки туи. Приклеить их так, чтобы клея ПВА не было видно, у меня не получилось. Поэтому я стала пробовать клей Момент, но этот вариант мне тоже не пришелся по душе. Тогда я стала обмазывать стенки стакана целиком и приклеивать ветви на них. Когда клей высохнет, совсем не видно его не будет. Но я себе представила так, что... Это пока клей не высох, я себе так представила. Что на стекле останутся разводы, которые будут напоминать слюду, из которой раньше на Руси делали окна. Оставляем сохнуть. На слюду, конечно, не было похоже, но выглядело очень даже неплохо. Теперь можно отрезать лишнее. Для следующего подсвечника я беру вот такую вазу. У меня она тоже из IKEA. Таким людям, как я, противопоказано ездить в IKEA перед Новым годом. Я здесь использую уже другую свечу, повыше. А дальше все очень просто. Заполняем пространство еловыми веточками. Идею следующего подсвечника многие из вас наверняка видели. Для него нам понадобятся палочки корицы и ленточка. Я приклеиваю их снизу, чтобы когда свеча будет гореть, они не попадали вниз внутрь. Я сожгла все свои свечи до конца, и ничего из декора у меня не загорелось. Но в любом случае, если вы зажигаете огонь в комнате, будьте очень внимательны и не оставляйте свечу без присмотра. Я, кстати, была очень расстроена тем, что некоторые современные свечи не из воска, и они не плачут, а просто тают при горении. Зато если что, отмывать меньше. Кстати, про отмывать. Тот подсвечник, например, где у меня внутри еловые ветки, там же свеча в итоге растекается. Отмывать ее водой просто невозможно. Я раньше не знала способа, как избавиться от воска, открыла для себя и делюсь с вами, если кто еще не знает. Можно просто вынести подсвечник на мороз и оставить на ночь, или положить в морозилку на несколько часов. Холодный замороженный воск очень-очень легко отходит просто от любой поверхности. Дарите друг другу тепло, я вас
Вот так вот люблю. До завтра.